Итак, сегодня я приготовлю свиное филе. Посмотрите внимательно, как определить то, что свиное филе у вас достойного качества. Ну, начнем с главного. Во-первых, оно прекрасного абсолютно размера. Небольшое, не маленькое. Бывает, хряк бегает уже такой закостенелый, с желтым жиром. И филе свиное будет вот такое, вот больше доски. Но вот у меня среднее филе. Это значит, что свинья моя была небольшая. Мясо светлого цвета. Еще один показатель того, что оно нигде не лежало, не заветривалось и было, наверное, сразу же заморожено. Хотя продали как размороженное. Хочется в это верить. Запомните, что кристаллы внутри мяса, которые образуются при заморозке, ну, совершенно никак не способствуют тому, что в нем останется влага. После разморозки она вся вытечет. Ну вот мое свиное филе. Приготовлю я из свиного филе медальончики сегодня. Смотрите, что сделаю и как поступлю. Кусочки нарежу сантиметра по 3. Равномерно. Посмотрите, какие красивые вот такие бабушки получаются. А вот хвостик не очень красивый. Оставим его чуть-чуть попозже. Я покажу, как сделать медальон тоже из него с помощью молотка. Буквально отобью его. И он станет такой же красивый, как и из центральной части. Дошли, так скажем, до изголовья вырезки. Тут она немножечко раздваивается. И ее тоже будет, наверное, комфортно чуть-чуть отбить. А нет, вот красивый. Итак, теперь у меня есть красивые абсолютно кусочки и есть некрасивые. Смотрите, как я поступлю. Возьму немного воды. Смажу доску. Молоток для отбивания. Итак, разбиваю мясо той стороной, на которой есть зубы. Как я сделаю сейчас медальон? Внимание. Подворачиваю краешки вовнутрь и делаю, так скажем, как колодец, что ли. Вот складываю такой, нет, кулечек. О, как это можно назвать. Сложил кулечек, перевернул, прижал рукой. Ну как? Как медальончик? По-моему, симпатичный. Этой стороной я его и буду подавать, и жарить буду. Потому что, когда я оберну в бекон медальоны, они будут вообще выглядеть все как солдатики в строю. Один к одному. Ну вот. Отбиваю мясо. Вырезка достаточно волокнистая и очень мягкая, нежная. Потому что находится непосредственно на спине у свиньи. А та часть, ну, никак не двигается. На ней никто не катается. Надеюсь. Хотя в детстве пытались. Так, медальоны готовы. Вот тут у меня есть бекон. Обратите внимание, бекон есть сырокопченый, есть варено-копченый. Сырокопченый – это коптили в сыром виде. Варено-копченый взяли и дым сделали горячим. Чем отличаются эти два бекона? Один нужно готовить, так скажем, дополнительно жарить, чтобы он жевался. Варено-копченый жуется же лучше. Наверняка пробовали полоску сырокопченого бекона отправить в рот. Он на горле застревает и не жуется. Не делайте так. Можно наедине с собой подзадохнуться. А варено-копченый бекончик шикарно абсолютно себя ведет. Я его выложу на досочку вот так. Да? И каждую ленточку разрежу еще вдоль. Вдоль. Для чего я это делаю? Чтобы вокруг медальона бекон лег достаточно равномерно. Если я оберну широкой лентой, то он может выйти за кантик медальончика. Вот смотрите. Вот такая вот тонкая лента из бекона. Беру ее и вокруг мяса оборачиваю, оборачиваю. Бекон, интересно, тянется. Обернуть у меня получилось практически в два раза. Вот. Шикарно. Это некрасивый кусок, справился с ним. С красивым еще проще. Вот идеальный пятачок. Вот лента бекона. Вот я пошел оборачивать, пошел вокруг. Пошел, 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 пошел. Вот так. Ну, здесь вообще шик, блеск, красота. Дело в том, что, чтобы бекон не разворачивался, можно заколоть его зубочисткой.
Можно степлером прищепнуть. Шучу. Степлером. Как потом ловить эту скрепку металлическую? Следующий медальон. Обернул. Если вам кажется, что недостаточно бекона, либо вы его слишком любите, но оберните еще раз. Ну, не запрещаю, смотрите. Оп. И медальон в двойной рубашке. В тройной. А, красота. По-моему, получается неплохо. Вот так. Вот она, порцаечка. Есть много споров о том, хорошо ли есть парное мясо. Все мировые производители уверены, что мясо должно вызреть. Так скажем, чтобы те бактерии, которые находятся внутри мяса, должны мускульный сахар немножко подъесть. Они действуют без участия света. И если положить кусочек мяса парного в темное место на сутки, на двое, оно, по-моему, становится даже немного вкуснее. Свинине большой срок не положен лежать в темном месте, в прохладном. А вот с говядиной американцы заигрывают по 20 дней при нулевой температуре. И тогда жир становится красивый, белый, с желтым оттенком, вкусный. А вот если его пожарить парным, то кажется, что уж очень сыроватый такой привкус, мясной. Может, даже с привкусом крови. Вот мои медальоны. Солить и перчить я их сейчас не буду. Посолю и поперчу перед обжаром. Еще обратите внимание, мясо должно подышать. Если мы достали его из холодильника, пусть оно 10, 15, 20 минут даже полежит на доске. Оно не заветрится, а просто наберет комнатную температуру. И при жарке не будет так отводняться. Не будет отнимать от сковороды именно тот жар, который мы ее зададим. Вы знаете, бывает, домохозяйка жарит ледяное мясо из холодильника всю жизнь и не понимает, почему течет из него сок. Течет и течет. Течет и течет. Вот чтобы он не тек и муж не ходил к соседке за жареным мясом, согревайте его на доске. Продолжим. Займусь гарниром. Плита на 9-й цифре. Никогда не мог понять производителей, почему делают 9, а не 10. Русскому человеку все время, когда 9, мне кажется, хочется раскалить. Здесь у меня есть подогретый чайник, пусть закипает вода. А я почищу картофель. Хочу к медальонам сделать протертый картофель де финуа. Так, здесь у меня есть крупные мелкие картофельные. Почищу себе картошечки крупной, да? И почищу я его от кожицы. Буду картофель де финуа готовить. Это картофель протертый, как на пюре. Я его потолку и сделаю его с желтками, солью, перцем. Немножко добавлю мускатного ореха. Растворю куркуму в воде. Хочу, чтобы у меня де финуа был желтого цвета. По-моему, это будет красиво. Потом его выложу в кондитерский пакет. И этот протертый картофель выдавлю на пергамент. Поставлю в печь сливочного маслица чуть и запеку. Красотища будет. Ну вот, я справляюсь с картошкой. Даже представить не могу, что когда-то я чистил ее по-другому. Пришел когда на практику и чистил картофель. Казалось, что я чищу целый век. А сейчас делаю это быстро. Хотя люблю жарить картошку просто в кожуре. Зачем ее чистить, даже представить не могу. Вкусно.
Вот так вот разрежу картофель, чтобы он примерно был одинакового размера. Закипает вода. Сразу посолю. Люблю варить картофель в соленой воде. В книжках каких-то написано, что нужно посолить в момент закипания. Ну, наверное. В любом продукте есть водорастворимые белки и солерастворимые. Водорастворимые скоагулируют, и картофель станет мягким от температуры. Солерастворимые выйдут, и станет картофель вкусный, когда там есть соль. По-моему, как-то неправильно даже солить. Уже когда протираешь или готовишь овощи, все время варю в соленой воде. Сладкие овощи, соль плюс сахар. Это логично. По-моему, это логично. Теперь медальоны я уложу в емкость. Пусть. Помните, медальоны не солил. Подготовлю еще один кулинарный шедевр. Итак, налью воды. Пусть закипает. Сделаю томатный мармелад. Как вы насчет томатного мармелада? Бывает, за столом обсуждают. А вы пробовали помидоры есть с сахаром, а не с солью? Вообще даже как-то странно. Конечно, нет! Ну, так попробуйте же, сударь. По-моему, это неплохо. Ну так вот, неплохо сейчас и приготовим. Удалим плодоножку. Часто ли вы дома переворачиваете доску? Задаетесь вопросом. Посмотрите, я только что работал с мясом, и теперь работаю с овощем. Всегда, когда подаю свежие овощи, которые не подлежат тепловой обработке, я, конечно же, переверну доску, либо сполосну ее. Но когда тепловая обработка есть, а у помидора она будет, по-моему, логично работать так. Итак, крестиком натеку помидоры. Спросите, для чего? Да чтобы снять не кожуру. По-моему, каждый ленится снять кожуру с помидор. Если вы обратите внимание, то у хорошей хозяйки кожура с помидор снята. Налью немного кипятка, чтобы помидоры утонули. Этого достаточно. Чайник выключу. Так. Пусть добьюсь крутого кипятка, чтобы кожура соскочила. Оп. Итак, теперь мне нужна цедра от лимона. Хочу мармеладу задать отдушку. Вот таким вот образом снимаю цедру с лимона. Чуть-чуть на эти 4 томата мне понадобятся цедрочки. Ну вот так примерно. Роскошная отдушка будет. Так, холодная вода. Наберу чуть-чуть холодной воды для того, чтобы помидоры в кипяток и в холодную нырнули. В кипяток, в холодную. В кипяток! И потом в холодную. Устроим им джакузи, прорубь. Джакузи, прорубь. Ковшик под мармелад. Вот такой подойдет. Ковшичек, ковшичек. Итак. Давайте-ка мои помидорочки. Французы в 21 веке сказали, что вообще сырая мякоть помидор усваивается плохо человеческим организмом. Весь мир послушал, покивал и подумал, а что же мы делали до этого? Даже интересно. Не усваиваются помидоры свежие. А что может быть вкуснее свежего помидора с грядки? Бабушка, вскипяти мне помидорину. Внучек скажет. Ну, по-моему, это как-то даже... Да, ну ладно. Вот так. Смотрите, что происходит. А на помидорах из одежды только свет.
Да. А, красотища. Подаем столик чуть-чуть. Соблюдаем эстетику. Помидор. Смотрите. Помидоры есть мясистые, есть не очень. Вот такое количество семян и много мякоти принадлежит к пальчиковых, так скажем. И помидоры, пальчики подойдут для мармелада как никогда. Кстати, с семенами. Пусть они там попадаются. Я порежу, ну вот, буквально вот так вот вместе с семечками. Если у вас все-таки помидоры достались водянистые, а еще тем паче не красные, потому что мы живем в стране неспелых томатов, то я вам советую, конечно, семечки удалить. Просто сделайте, не знаю, выпейте их так, в конце концов, или сделайте вкусный гаспачо. Нарезаны томаты. Где мой ковшик? Оп. Все очень просто. Мякоть помидор в ковшик. Вкуснейшую ароматную цедру туда же. Мед. Отправляю мед в ковшик. Соотношение сладкого к несладкому, мне кажется, должно быть 1:2. Две части основного продукта и одна часть сладкого. Может быть, я положу еще немножко сахара. Посмотрю по консистенции. Начну работать. Итак, я протер доску. Переверну. Подкрашу я мармелад немножко паприкой сухой. У кого здоровье есть, можно и чили перцем. Чили перец. Гениальная идея, по-моему. Здесь у меня есть такой коротыш. Так. Паприки немножко. Вот так. Ложка. Покрошу чуть-чуть. Вот. Вот так. Не буду мельчить. Буквально вот так. Вот так. Ой, 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 ой. Ой, 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 вкуснятина. Паприки положу. Пусть будет поароматней. Да и подкрасит, мне кажется. Хочу подкрасить, значит, мой картофель. Возьму куркумы. Куркума. Какой-то странный корень. Не знаю, как он желтого цвета получается. Растет в Индии. Выкапывают его, протирают, отправляют нам. Цвет получится изумительный. Здесь вот у меня есть немножечко кипятка из-под томатов. Чуть-чуть вот так вот заиграю-ка я с куркумой. Посмотрите, куркума имеет консистенцию такую крупинообразную. И чтобы она завязалась с кипятком, ее, наверное, нужно подогреть, чтобы не хрупало на зубах. По-моему, это логично. Смотрите, как закипела история моя. Мармелада образная. Добавлю сахарку. Немножко лимонного сока. Мне кажется, в мармелад оттенок, помимо цедры, кислинка вкуснейшая. Мне кажется, без лука, чеснока и лимонов жизнь бы на земле была не так прекрасна. Итак, 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 итак. Для картофельного дюшеса, дюшесом называется протертый картофель. Без молока и сливок, просто протертый. Я отделю немножечко желтков. А именно два мне, наверное, понадобится. Вот так с помощью руки я уберу белок
Не критично, если белка попадется немного. Не критично. Вот именно два желтка достаточно на такое количество. Так, пошел сливать. Сливаю картофель. Обсушиваю чуть-чуть. Сухой картофель. Сейчас я его растолку. Есть картофель разных сортов. Есть водянистый, есть рассыпчатый. Вы регулируете это уж сами. Бывает картофель молодой, рассыпчатый. Он практически для жарки и для приготовления пюре не годится. Его вкусно наслаждаться и так, с душистым маслом. Со сливочным. Просто сметаны положить. Вот мне достался картофель, который уже полежал, так скажем. Он не молодой, получился вот такой протертый дюшес на картофель дофинуа. Итак... куркума. Тащит, тащит, тащит капельку сливок положить. Чуть-чуть буквально. Чуть-чуть сливушек. Чуть-чуть для нежности. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ой, 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 белого перчика, белого перчика, белого, белого перчика. Смотрите, как просто сделать дофинуа. Одноразовый пакет. Насадочка. Померим. Отрежем кончик. Французы-кондитеры учат перекрутить пакет, чтобы до этого момента непосредственно падал продукт, а потом его поддавить. Противень. Пергамент. На противень. Капельку маслица, капельку. И теперь вот балуемся следующим образом. Оп. Пакет в карман. Стирать буду. Итак. Духовка. Духовка, духовка, духовка. Кто-то тут живет. Теперь поживу я. Температуру задам градусов 200. 220, я бы даже сказал. Пусть будет. Ну, 10 минут. Думаю, что в самый раз. Ну и теперь выход медальонов. Ну вот и ваш выход. Как раз температура достаточно для того, чтобы жариться. Показатель того, что сковорода готова к использованию. Масло. Масло стало водой. И вот мой выход. Мясо запело. Вы чувствуете? Похоже прям на какой-то... Процесс жарки мяса пошел. И сейчас я его посолю. Почему я солю именно в этот момент мясо? Я вам объясню. Если посолить его заранее, соль вытащит всю влагу. А помните, я борюсь за сохранение влаги внутри мяса. Сдобрил перцем. Смотрите. Чуть-чуть начали раскрываться мои медальоны. Их переворачиваю в первую очередь. Для того, чтобы... с той стороны придать прыжок,
тем, именно которых я сформировал, так скажем, некрасивые. Ну вот мясо пожило у меня пару минут на сковородке. У него появился отличный колер. Перемешаю желтки. Так, достану противень с картофелем. Вот так. Смажу желтком. Вот так. Пусть поживет еще в духовке. По-моему, пора подавать. Что у меня здесь? Так, зелень. Тимьян. Веточки достаточно. Петрушка. Веточки достаточно. Укроп. Сомневаюсь, что укроп гармонирует с мясом. Ой. Ой. Майорранчика чуть-чуть. Салатик фрисе. Итак, пошел за картофелем. Вот так. Выложил картофель. Медальоны свиные готовы. Сдвигаю с плиты. Томатный мармелад на тарелку. Один медальон в центр. Три медальона. Марка известной машины. Разноплановую зелень. Небольшие веточки. Вот так. Вот так. Ну и немножечко. Немножко свежести этому блюду. Ну, хочется. Вот так вот. Ну, чуть-чуть вот так. Ну, вот так вот. Ну, чуть-чуть. Ну, маленькую. Ну, вот такую желтинку. Ну, вот. Салат фрисе. Вкусный, интересный салат фрисе. Ну, вот. Медальоны из свинины в беконе готовы. Горячие, румяные. Не знаю, вкусные или нет, но надо пробовать.